Всем привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Сегодня будет необычный кавер на популярную песню Канги Вали. Сразу предупрежу, что здесь будут матерные слова, поэтому этот кавер 18+. Переходите на мои другие видео, если не любите такие песни. Я считаю, что рубрика кавер под гитару достойна большего, чем 30-50 тысяч просмотров. Давайте поэтому проявлять максимальную активность, ставить лайки. Ну а если вы хотите услышать меня, увидеть вживую, приходите на мой концерт в Москве 5 октября. Вся инфа внизу. Поехали! Сколько было пройдено с тобой вместе, дороги, поезда, чужие подъезды. Но в один момент ты разбила сердце. В общем, охуела твоих интересов. Деньги, гулянки, тупый скандал. Ночью в ресторан и Дольче Габбана. Слушала подружек и изменяла. Короче, заебала. Вали нахер. Там, где тебя будут только траха. Ты мои боли. На душе оставила мозоли. Твоя совесть нечиста. Сама догадайся, кто ты, кто да я. Ты не моя, ты мне устроила войну. Я за это так тебя люблю, ведь я все понял, эй. Я, конечно, все понимаю. Ты еще так деловая. Не обойдешься цветами, но я не буду бегать за тобой, не хватало. Лучше найди себе папашу с деньгами. Какая же ты дура. По комнате летят этюды, как пули. Грязная посуда, столы и стулья. И так происходит каждые будни. Сколько это будет, скажите, люди. У нас теперь секс только с мозгами. Забирай все и вали к своей маме. Мне от тебя ничего не нужно и ничего не надо. Не звони, не пиши на чемодан. Пока тебя в клубах будут лапать, я лучше найду себе собаку. Сяду с ней в парке на лавку и отправлю тебя нахер. Эй, вали нахер. Там, где тебя будут только трахать. Ты мои боли. На душе оставила мозоли. Твоя совесть нечиста. Сама догадайся, кто ты, туда я. Ты не моя, ты мне устроила войну. Я за это так тебя люблю, ведь я все понял, эй. Вот такой вот кавер получился. Если и ты хочешь играть, как я, еще и петь, напомню, у меня есть собственные самоучители и собственная школа гитары и вокала. Ссылочки находятся в описании. Ты просто смотришь мои заранее отснятые видеоуроки у себя на компе, повторяешь за мной, проходишь все уроки и становишься лучше. Ну и самая главная новость перед тем, как мы приступим к разбору песни. 5 октября в городе Москва в клубе «Китайский летчик Джао», да? Я дам ламповый гитарный концерт. Билеты продаются в описании. Приходите, наконец-то увидимся вживую. Пофоткаемся, попоем, поснимаем видосы. Буду исполнять мои авторские песни, а также любимые, полюбившиеся каверы из моего канала «Хижина Музыканта». Сначала покажу аккорды, на которых я играл данную песню. Третий лад, аккорд CM. Шестой лад, аккорд EB. Третий лад, аккорд GM. И четвертый аккорд F. То есть я спустил оригинальную тональность на целых 1.5 тона. Оригинальная тональность играется с 6-го лада. То же самое можете сыграть. То есть по шаблону. Ничего не меняя. Все. Какой же тут бой у нас? Поехали. Попробуем. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть делим бой пополам. Три удара, первых три удара на одном аккорде, все остальное на другом. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд GM. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Все, давайте посмотрим аккорды без барре. Аккорд АМ, аккорд С, аккорд ЕМ и аккорд Д. Как петь чисто данную песню? Берем первый аккорд на любом из ладов и дергаем четвертую и третью струну. Это первые две ноты начальные в нашей песне. Сколько было пройдено с тобой вместе. То есть дергаем четвертую струну на втором ладу, третью на втором ладу, потом открытую, третью, еще раз. Thank you.
пройдено с тобой вместе. Дороги, поезда, чужие подъезды. Но в один момент ты разбила сердце. В общем, охуяла твоих интересов. Деньги, гулянки, тупые скандалы. Ночью в рестораны, Дольче Габбана. Слушала подружек и изменяла. Эй, пишите в комментариях, какие еще песни спеть. Приходите на мой концерт, ссылочка в описании. В Москве увидимся. Ну и до скорых встреч, пока.